Всем привет, это снова я, Маша, и в одном из предыдущих видео я рассказывала, что в рамках моей программы самоподготовки, самообразования актерского я каждое утро делаю речевую гимнастику. И я решила поделиться теми упражнениями, которые я делаю, которые, как мне кажется, вполне дают результат. Смотрите, я не претендую на какую-то супер экспертность в этом вопросе, я просто говорю то, чем пользуюсь сама, и то, что мне посоветовал педагог по вокалу Алена, когда мы с ней вместе работали над выпуском про вокал, где я занималась вокалом 2 недели, и мы посмотрели, что получилось. Так вот, и теми упражнениями, которыми со мной поделился Илья. Хотя я вас обманула. Нифига, это не в этом выпуске. В этом выпуске Алена меня научила дыхательной гимнастике Стрельниковой. А вот речевой гимнастике меня научил другой педагог по вокалу, который я ходила очно. Как бы вспомнить, как ее зовут. А, ну что, погнали! Видите? Иногда все-таки заедает. Первое упражнение. Наша называется улыбка, пятачок, лепесток. Причем не просто улыбка, а злая улыбка. Злая улыбка, пятачок, лепесток. Итак, выполняется она следующим образом. Злая улыбка, пятачок, лепесток. И так можно делать, ну, 10, не знаю, 15 повторений. Мне, в принципе, хватает. Давайте сделаем это вместе. Я иногда забываю, что улыбка должна быть злой. И она у меня просто какая-то такая маньяческая. Честно говоря, я не считала количество раз. Следующее упражнение. Оставляем наш пятачок, и оно называется вращение пятачком. В одну сторону сначала, а потом в другую. Количество раз, наверное, индивидуально, но можно оттолкнуться от 10. Итак, вращение пятачком. Как это выглядит? Причем важно, чтобы пятачок сохранял свою форму, то есть он никак не распадался и прям единым целым крутился сначала в одну сторону, потом в другую. И давайте в другую сторону. О, у меня уже горит рот. Следующее упражнение называется расческа. Как бы расчесываем десны, но не типа до крови, а как бы проглаживаем десны. Сначала верхнюю, или ладно, давайте начнем с нижней, потому что она проще. И верхняя. Две десны сразу. Не знаю, если вы делаете со мной, как у вас, но у меня уже прям подгорает. Сначала мы расчесали десны, теперь нужно их помыть. Это убийственное упражнение. Кажется, что это легко, но когда вы его сделаете, вы просто офигеете. Итак, в чем оно заключается? Вы берете и языком как бы моете десна. Я сейчас покажу, как это выглядит. Когда мне педагог давал это упражнение, она сказала: не считай количество раз, просто делай до того момента, пока у тебя не начнет отваливаться язык. И это произошло довольно быстро. Итак, мытье десен.
Короче, уже загорел, и когда вы чуть-чуть отойдете, нужно сделать то же самое в другую сторону. Продолжаем терзать наш язык. Для меня было открытием, что многие проблемы с дикцией, они связаны со слабым языком, со слабыми мышцами. Короче, что он такой неповоротливый, поэтому ваш язык должен быть натренирован. В принципе, наверное, пригодится по жизни. Все это придется вырезать, конечно же. Жало, лопата. И здесь все довольно прозаично. У нас есть жало. И у нас есть лопата. Плоская. Плоский язык, острый. И мы их чередуем между собой. Финальное упражнение, которое называется грибок. Мы делаем следующую вещь. Мы как бы прилепляем, если можно так выразиться, наш язык к верхнему небу и растягиваем уздечку. Это выглядит следующим образом. И есть два варианта, две опции в этом упражнении. Мы растягиваем язык, задерживаем его на 10 секунд, и после этого мы делаем такой, как бы, щелчок. То есть мы как бы щелкаем. И второй вариант — делать вот эти прощелкивания подряд. Можно еще надолго поместить язык в это положение, подтянуть и так какое-то время походить. Вот такой вот наборчик из 6 упражнений, которые я на протяжении года делала почти каждый день. Сейчас, каюсь, пореже, но тем не менее, например, перед тем, как записать самопробы или перед тем, как записать видео сюда, это отличный разогрев, отличное упражнение. Естественно, никто не отменял скороговорки. Есть еще такая вещь, как легомы, можно читать их просто, проговаривать, либо с пробкой, но, если честно, я такое еще не практиковала, поэтому не могу рассказать о своем опыте. Если меня когда-нибудь настигнет такая участь, я обязательно с вами этим поделюсь. Спасибо за внимание, если было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и до встречи в новых видео.